Между тем, смертность в СИЗО увеличилась, отмечают члены Совета по развитию общественного контроля при Госдуме России. В 2012 году число погибших в стенах исправительных изоляторов страны составило 445 человек, а уже год спустя – 460. Не лучшая ситуация и в колониях. Так, за аналогичный период количество погибших осужденных увеличилось на 320 человек. Генеральная прокуратура России связывает такие показатели с отсутствием в местах временного лишения свободы качественной медицины. Хотя правозащитники утверждают, что смертность выросла не только из-за болезней, но и от насильственных преступлений. К тому же общественникам чинят препятствия, когда те пытаются посетить СИЗО или колонии. Среди неблагополучных в этом вопросе регионов значится и Саратовская область. Здесь, по мнению членов Совета общественного контроля при Госдуме России, недостаточно хорошо работают прокуратура и служба собственной безопасности УФСИН.